Всех приветствую. Неделю назад, когда я тестировал этот Powerbank, я обещал провести тест зарядки. И вот у нас прошло 7 дней. 7 дней этот блочок лежал на подоконнике. Значит, окна выходят на северо-восток и прямые солнечные лучи до 11 утра. Из этих 7 дней 2,5 были тучи. Значит, что мы имеем? Если помните, при тестировании я разрядил вот до этого индикатора. Вот эта лампочка у нас блымала. Через 2 дня заряда стал ровным светом светиться вот этот. Второй. На 4-й день начал заряжаться 3-й. И вот уже 7 дней, и все никак не начнет заряжаться последний. Ну, то есть на свету он вроде как заряжается. Вот сейчас прожектор включен. А в темноте он блымает. Сейчас попробуем, дадим небольшую нагрузочку. Я думаю, если бы было солнце все эти дни, то он бы уже зарядился бы. Сейчас сделаем немножечко меньше. Так, светит слабее и горит ровным светом. Но пользоваться этим устройством уже можно. Уже можно что-то заряжать. Сейчас мы попробуем подключить фотик. Нажимаем то. Все окей. Заряд пошел. Положу на подоконничек, пусть еще пару дней полежит. А пока, всем пока. Продолжаем. Сегодня 10-й день зарядки. Последние 3 дня, 2 дня были вот такие тучи. Нажимаем кнопочку. Раз, два, три. 3 индикатора. Дадим небольшую нагрузочку. Три горит стабильно. Маленько еще подзарядим. Продолжаем наш тест. Сегодня прошел 12-й день. 12 дней зарядки. Включаем. Раз, два, три, четыре. 4 индикатора. И ни один не мигает. Значит, батарея заряжена полностью. Возьмем вот эту лампочку. Здесь 1 ватт всего. И включим. Вот сейчас лампочка на максимуме. Пошел разряд. Дадим немножко меньше света. Так не мигает. Светит ровным светом. На максимуме. Мигает. Если повернуть к свету, здесь у меня прожектор 50-ваттный, то показывает заряд. И вещь очень полезная в хозяйстве, я вам скажу. Как-то так. Всем, кто на канале, спасибо. Ставьте пальцы. И всем пока.